Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Друзі, вітаю. Сьогодні 30 листопада, четвер, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Вам слава. Бажаю всім здоров'я. Запускали росіяни шахет, де били ракетами, комплексами С-300, є влучання в Покровську, також є вибухи на території Російської Федерації, склад з шахедами влучання, ну і ліквідація топ-генерала на Херсонщині, генерал-майор підірвався на міні. Про це все поговоримо сьогодні у зведенні. Пане Романе, почнемо з того, що в ніч на 30 листопада росіяни запустили десятки шахедів і також з комплексів С-300. Это то, что мы с вами говорили, проговаривали. То есть, сколько будут россияне отправлять целей авиационных, ну, то есть, аэроцелей, волны, не волны. То есть, они пришли сейчас к тому результату, в принципе, логичному, работать там каждый день, допустим, каждую ночь, но примерно двумя десятками, 2-3 десятка летательных аппаратов. Это оптимальный вариант, он исходя из всех законов, всех механизмов и противостояния, которые сейчас у нас есть, и количество сил, средств у каждой из сторон. То есть это оптимальный вариант для россиян, и вот они таким эмпирическим путем на него вышли. Метод научного пика, так называемого, понимая, что большую волну мы сбиваем больше в процентном отношении, чем малую волну. Почему? Потому что на малые волны полностью не включается система ПВО. Ну, она так работает. Есть определенный алгоритм, и, естественно, россиян проходит чуть больше даже летательных аппаратов, чем, допустим, при большой волне. Потому они большую волну создадут только для каких-то политических информационных целей, как вот это было в день, когда мы вспоминали наших погибших в Голодомор. Вот это россияне обозначили 75 шахедов. А так реально они вышли на эти объемы, логически выверенные, 20-30 летательных аппаратов. Вот два десятка шло. 16 мы сбили, 4 прошло, а вот 75 шло. 74 сбили, то есть один всего лишь прошел. Вот это как раз та логика, о которой я говорил. Ну, плюс 8 С-300. С-300 они используют как баллистические сейчас ракеты, работают ракетами зенитного комплекса по земле в район Покровска. Они пытались, скорее всего, попасть, достать до военных объектов, но Покровск одна из баз наших, она глубинная база, то есть район Покровска – это тыл практически и с одной стороны Великоновоселовского, этого Бременского выступа, с другой стороны Угледара и Авдеевского направления, Маринского направления. Потому они пытаются как-то этот населенный пункт, как район базирования, достать. Вот 8 ракет запустили, но ракета неточная, она на нисходящей траектории уже практически не управляется. Ну, опасная. Почему? Потому что это все-таки ракета против самолетов. Идет подрыв боевой части и распыление большого облака поражающих элементов. В основном наносится поражение живой силе. Ну, а так как это Покровск, это город, то попадают под удар, естественно, местное население. То есть еще один такой акт геноцида, очередной акт геноцида россиян. Пане Романе, і от про шахеди з'явилася інформація, мовляв, зараз росіяни в свої безпілотні літальні апарати вставляють сім-карту українських операторів. Таким чином вони можуть вже в повітрі, в напрямку цілі, міняти траєкторію польоту гераній чи шахедів. Это было с самого начала, то есть это было чуть ли не 14-го года, они пытались карточки наших операторов использовать для определенных целей. Плюс сейчас через, естественно, любую карту можно связаться, ну, не любую, но, по крайней мере, та, которая подключена, можно через интернет связаться с любым пользователем. Шахед становится таким пользователем с этой картой. Есть определенные механизмы отсечения по скорости, допустим, передачи информации интернетной. Но шахед идет на скоростях примерно таких, как у нас быстроходные машины идут. Ну, то есть, да, любые практически машины идут со скоростями 100-150 километров, потому
очень сложно, допустим, и операторам, и системам отследить, что эта карточка именно шахеда, допустим, а не какой-то машины. Тем более шахеды в основном идут по, иногда, ну, большинством маршрутов они прокладывают над трассами. Над трассами или, допустим, над реками. Здесь можно с одной стороны скрыться, с другой стороны не так шум слышен, и как-то шум от того же шахеда смешивается с шумом езды машин над трассами, потому очень сложно вычленить, что это карточка именно шахеда. И россияне пользуются этим моментом, то есть, по большому счету, удлиняют тот рубеж отсечения радиосвязи, удлиняют его на весь практически маршрут полета шахеда. Он может через интернет связываться с оператором, оператор вести шахед. То же самое делаем и мы. Это так, россияне прекрасно это знают. То есть, по большому счету, все тихоходные беспилотники до скоростей 200 км в час они могут пользоваться интернетом через карточки мобильных операторов. Пане Романе, є повідомлення від МАГАТЕ. Очільник їхньої Гросі каже наступне, що от агентство з атомної енергії повідомило про звуки військової активності і вибухи біля двох атомних електростанцій в Україні – Запорізької та Хмельницької. Вибухи невідомого характеру, вони лунали 20 хвилин. Гросі каже, що це дуже небезпечно. В першу чергу небезпечно щодо Запорізької атомної електростанції, тому що, зрозуміло, вона є на лінії бойового зіткнення і тим більше вона контролюється окупантами. Вони з-під Запорізької атомної станції, росіяни, обстрілюють Нікополь. Он через Днепр, то есть в основном все обстрелы Никополя как раз и идут из этого региона, потому ничего, так сказать, удивительного в этом нет. Вот да, покажите. В основном его и через, а если на север, Марганец, ну это севернее, да, Марганец. Вот два города, которые они обстреливают как раз с этого региона. По Никополю бьют не с восточной стороны, а с западной стороны энергодара. То есть вот эту точку сейчас поставили. Да, вот отсюда. Вот так вот они работают по Никополю. Никопольчане, конечно, под ударами. Вот кто находится на линии боевого соприкосновения, так это как раз Никополь. Никопольчане принимают. А обратно, почему они бьют из-под Запорожской атомной станции? Потому что прекрасно понимают, что мы обратку не организуем. Мы же не будем бить по тем батареям, которые стоят возле ЗАЭС, потому что они тут же отснимут и расскажут через Гроси того же, покажут, что мы обстреливаем Запорожскую атомную станцию. Такие тварюки российские, то есть используют и такие ситуации. Ну а по Хмельницкой атомной, скорее всего, работала наше ПВО, у нас атомные станции прикрыты зенитно-ракетными комплексами, а часть шахедов сегодня шло на Хмельниччину и проходила, естественно, через Хмельницкую, рядом с Хмельницкой атомной станцией, и они попали под раздачу нашей системы ПВО. Хотя там непонятно, куда они шли, они могли идти и по энергосистеме распределительной, которая находится рядом с Хмельницкой атомной. Потому шахеды и сбивались. Естественно, звуки взрывов и одних, и других, и работу ПВО, и взрывы шахедов слышали сотрудники МАГАТЕ. Пан Роман, як ви вважаєте, наскільки зараз серйозно оцінювати те, що Росії плювати на техногенні катастрофи і що вони можуть застосувати якусь вибухівку або ці от замінування на Запорізькій атомній електростанції? Чи вразити тим самим безпілотником Хмельницьку атомну електростанцію? Та навіть коли безпілотник збивається і летить в невідомому напрямку? Ну, це якщо б ми з вами були психотерапевтами і обслідували проблеми з мозком у не зовсім адекватных людей, то можно было бы как-то оценивать. Россияне могут что угодно, как угодно и где угодно. У них стопоров нет абсолютно. То есть это такие люди без чести и совести, которые принимают решения. Это как минимум и две трети россиян их поддерживают. То есть можно сказать, что до 100 миллионов человек они такие же самые. Там есть 50 миллионов адекватных, но их меньшинство, естественно, потому они загнаны сейчас под плинтус. А вот это большинство россиян, это как раз их методы воздействия, их методология общения с миром и тем более ведения войны. Поэтому никаких стопоров нет, могут сделать что угодно, надо быть готовым к любой подлости со стороны
этого так называемого восточного соседа. Пане Романе, є у нас повідомлення із території країни-агресорки. Білгородська область, були безпілотники, каже місцева адміністрація, а також фактично є приліт по складу небоєприпасів, а от дислокації їхніх збережень, їхніх герані безпілотників. Що кажуть там? От, власне, що в Брянську прильот по складу безпілотників «Герань-2». Произошел в 18.12. Предварительно склад был атакован несколькими группами беспилотников с украинской стороны. Детали о пострадавших уточняются. Ну, как мы уже знаем и видим по практике, про детали никто повідомляти на Росії не буде, але факт того, що є влучання і склад безпілотників, які вони використовують, аби атакувати Україну, це вже добре. Основной такой задачей по уничтожению средств поражения противника есть уничтожение складов, даже не всегда точек производства, потому что они могут быть, те же заводы расположены где-то под Сахалином, ну, допустим, далеко за Уралом. Но вот склады, они однозначно будут располагаться недалеко от линии фронта или границы, а мы достать их можем, потому здесь в паре работают, даже, может быть, иногда не в паре, это одна и та же структура, допустим, разведка служб безопасности и беспилотники служб безопасности отрабатывают, то есть они разведывают цель там, где сначала находят, где этот склад беспилотников находится, дальше организовывают атаку, и эту атаку мы сейчас видим. То есть вот эта работа, правильная, грамотная работа спецслужб по обеспечению безопасности уже наших военных на театре военных действий, наших гражданских на нашей территории. То есть вот так работает Главное управление разведки, так работает служба безопасности, так работает в такой паре связки, работают силы спецоперации и служба внешней разведки. То есть по большому счету все наши разведгруппы вот в таком режиме минусуют и попадают именно в самую такую реперную точку, самое болючее место, именно в склады. Почему одним из основных тоже точек ударов наших ракет и беспилотников в том числе являются склады в том же Крыму или в Тамане, то есть мы добираемся до этих складов, это в радиусе где-то до 500 километров. Почему все, в принципе, сейчас ракеты увеличиваются и беспилотники должны доходить до дальностей в 500 километров. Это как раз то логистическое колено, дальше которого располагать уже склады не имеет смысла, так как не будет обеспечена достаточная поставка боеприпасов на линию фронта. Вот это 500-километровое плечо – это максимум. Значит, если иметь ракеты, беспилотники с управлением и полетом до 500 километров, мы можем контролировать, ну, не только мы, в мире сейчас это все происходит так, это правильное исчисление уже законов военных действий. Вот даже те же американцы 300-километровые атакамсы сейчас снимают с боевого дежурства и ставят 500-километровый ПСМ. Большинство ракет крылатых, они как раз и рассчитаны на 500 километров. Те же Таурусы, там 500 с чем-то. Те же Скальпы, это тоже 500-километровые. Единственное, когда делают ракету на экспорт, ее обрезают раза в два, 250-300 километров, так как вот нам, допустим, передают Storm Shadow, это экспортные варианты, так называемые, ракет. То есть обрезают специально для того, чтобы по себе же потом ее и не получить, вот попасть в эти 500 километров. Ну а склады, естественно, Герани, Тая, практически всех ракет, они где-то вот находятся на этой глубине, до 500. Потому выполнили задачу разведки, до разведки, дальше корректировка. И здесь очень важно, опять же, шли, скорее всего, несколько десятков, 2-3 десятка. Оптимальный вариант сейчас для выполнения атак, это 2-3 десятка летательных аппаратов, по большому счету количество, ну, то есть до взвода, получается, до взвода операторов, если по каждому из беспилотников есть оператор. По большому счету отделение 10 человек хватает для того, чтобы маршрутизировать и как-то волну за волной, там по 3 волны, по 10 беспилотников выполнять боевые задачи. Вот мы как раз сейчас видим правильный, грамотный подход.
Пане Романе, по фронту пройдемося, що відбувається. Почнемо з лівого берега. Є про що говорити. В першу чергу є чудове повідомлення, що черговий генерал, генерал-майор російської армії, самоліквідувався. Звати його Владимир Завадський. І вже достеменно відомо, що він підірвався на міні десь в районі лівого берега. Загалом, як ви можете пояснити, як може генерал-майор знайти міну? Просто, хорошо, давайте в эфир. Когда где-то на каких-то направлениях минируется, допустим, зона обеспечения, так называемая, карты минных полей прокладываются, а потом в этих минных полях, допустим, прокладывается одна тропка, которую знают военнослужащие, те, которые обеспечивают оборону, охрану или, допустим, какие-то наступательные действия, и можно ходить только по этой тропке, вперед-назад, и никуда не сворачивать. И даже если генералу очень сильно захотелось по маленькому или по большому, с тропки нельзя сходить, потому что можно, называется, можно присесть, а потом взлететь. Вот, скорее всего, то, что с генералом и произошло. Сошел с тропки. Все свои дела делаются на этой тропе. Это люди, которые занимаются этим вопросом, меня поймут, они знают, о чем я говорю. Пане Романе, до речі, от, власне, Інститут вивчення війни, аналітики повідомляють, що як мінімум за останній період, там, пару днів, в росіян серйозні втрати серед 810-ї бригади морської піхоти, от, по якій прилітали свого часу ракети. Тому що вони кажуть, що бійці жаліються. По-перше, величезні втрати через міні їхні ж поля, і вони відмовляються воювати на лівому березі, тому що керівництво не дає їм карти мінних полів. Оно не дает карты минных полей, потому что оно их не имеет. Вот где в этом же вся проблема. Это как раз, если продолжать дальше, как раз тем, вот это так сложилось, называется. То есть они проминируются, меняются подразделения. Каждое подразделение, то есть при минировании свою карту имеют, но не карту. Они минируют, и у них есть тропка. Им не надо карта как таковая. По подразделению, которое занимает определенные позиции, как раз и нужны тропки там, где, то есть им надо иметь карту тропок, а не карту минных полей, то есть там, где можно ходить, а не там, где ходить нельзя. То есть тут обратная задача, то есть надо знать там, где можно ходить. И вот генерал этот не знал, где можно ходить, или допустим, не знал, что с тропки сходить нельзя. Даже если сильно хочется, но нельзя. Все делается на тропе. А следующее, когда это подразделение уходит, заходит следующее подразделение, естественно, никто никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп, ее нельзя передать. Ее можно передать только, называется, проведя по этой тропе, показывая, как проходить, почему ориентироваться, куда можно ступать, а куда нельзя ступать. То есть, ну, примерно так. Этого просто не происходит. Потому, естественно, когда идет ротация подразделений, а у россиян на левом берегу там практически такая вентилятор работает по ротационным вопросам, там иногда заходят на несколько дней и тут же уходят, естественно, успевают все проминировать, а россияне с перепугу минируют все. Мина на мине, еще и сверху миной накрыто. Естественно, следующее подразделение попадает в такую интересную проблему, и их заводят на позицию, бросают и говорят, никуда выходить нельзя, потому что вокруг мины. Так дайте карту минных полей. Так нету. А что делать? Сидите на позиции. Все. То есть вот они все делают на самой позиции. Там страшные вещи, так сказать, после того, как их освобождают, ну, в смысле освобождают уже от них. То есть это просто горы всего и вся, тот российский запах, тот російський мир, который вони продвигають на територію Європи. Пане Романе, і по Мар'їнці та Авдіївці. Це один плацдарм, фактично, сусідні плацдарми. От Авдіївка і Мар'їнка. В першу чергу давайте проговоримо про Мар'їнку, тому що тут неочікувано є просування наших Збройних сил України. Наші хлопці кажуть, що вони вибили з кількох вогневих позицій росіян. Я так розумію, що саме на Мар'їнському напрямку росіяни трішки послабили свої позиції. Там как раз чуть наоборот. Они усиливают давление по Мар'їнці просто на отходе. Ну, любая наступательная операция, она на несколько этапов делится. Естественно, есть
в режим наступления, а если не получается, останавливаются, то режим отхода. То есть и вот на отходе, на противоходе наши войска восстанавливают утерянные раньше позиции. Кстати, как раз для почему считается отход, так сказать, маневром намного сложнее, чем наступление. Именно отход – это такой маневр, который, ну, надо просчитывать, прописывать и готовиться намного тщательнее. Потому вот после любой атаки российской, ну, очередной российской атаки, естественно, наши войска на контратаках восстанавливают позиции, вот несколько позиций по Маринке вот в таком режиме было восстановлено. А россияне не просчитывают отходы, то есть они просчитывают только атаку. У них везде Алга называется, да, вперед Алга. А если надо бежать, то разворачиваются на 180 градусов и Алга, только уже с проблемами, потому что на плечах висят украинские войска. По Авдіївці зміни в чому полягають? В тому, що змінили тактику ведення бойових дій росіяни. І це кажуть самі наші бійці з цього напрямку. І ми з вами не раз говорили, пане Романе, що намагалися росіяни оточити саме Авдіївку. Це Степове, Бердичі, далі Орлівка, ключова розв'язка, і на Сєверне, і замкнути. Але в них нічого не виходить, і зараз вони змінили свій наступальний хід. Вони б'ють лобовими атаками. Крута Балка, Красногорівка, Водяне Опатне на півдні. Причому несуть величезні втрати. І, на жаль, пане Романе, ми не можемо цього показати, але в телеграм-каналі просто вбийте, хто має бажання, Авдіївка, ліквідація ворога. Дуже багато просто таких м'ясних штурмів, які ми поклали росіян. Тобто зараз втрати в них на найвищому рівні. Мы с вами говорили, что окружение Авдіївки, ну, обречено на провал теми силами, которые есть у россиян. Для того, чтобы окружить Авдіївський гарнизон, это у любого, ну, не школьника, но, по крайней мере, первокурсника военного училища спросите, вот ширина охвата должна быть в два раза больше ширины самого укрепрайона. Если у нас там больше 10 километров в районе Авдіївки укрепрайон по ширине, то, значит, как минимум одна из веток должна быть такого же, такой же ширины. То есть они должны создать километров 12, как минимум, по ширине линию фронта и двигаться на полуобхват. Это с одной стороны примерно то же самое, с другой стороны. А у них ширина клешни, по большому счету, 3-4 километра. Это значит, она простреливается со всех сторон, и любая клешня, которая будет вытягиваться на окружение Авдіївки, она будет отсекаться с трех сторон. Вот эта вот клешня, которую они хотели на Бердичи идти, ею в конце концов отсеклась с одной стороны, со стороны Бердичи, и дальше они двинулись в сторону Очеретина. Получили со стороны Очеретина, а потом еще и наши добавили со стороны Торецка, еще и с северо-запада. Потому остановилось это движение. Это просто, это называется обречена на провал. То есть изначально стартово неграмотно, неправильно распланированная операция. А у них для того, чтобы по ширине в 10 километров, так это с одной стороны. А реально еще надо 10 с другой организовывать. И у них просто не хватает сил, средств. Но и та линия обороны, которая выстроена грамотно, правильно еще 10 лет назад, она не дает возможности даже такими усилиями выполнить эту задачу, потому что в этих 10 километрах несколько еще наших гарнизонов. То есть они будут упираться, вот северная клешня, она упрется, в конце концов, в Очеретинский гарнизон, а это такая же Авдіївка. То есть такой же гарнизон стоит в Очеретино, а вы не пройдете между этими двумя гарнизонами. То есть для того, чтобы окружить Авдіївку, им надо пройти между гарнизоном Авдіївським и гарнизоном Очеретинским. И тут же вы попадаете под эти полудары с двух сторон гарнизонов. Выдержать невозможно. Будут страшнейшие потери. Вот то, что россияне сейчас и показывают. Потому они возвращаются к стартовой практике, с которой начинали, будут пытаться срыть Авдіївку, промзону Авдіївку, то есть акабами, артиллерией. И будут давить теперь уже в лоб. Почему тут еще у них сейчас есть плюс, допустим, та же промзона и район Донецка, это все-таки большая плотность дорог с твердым покрытием, сейчас уже дожди пошли,
по грязи сильно не поездишь, то есть двигаться можно на технике только по асфальту, по бетону. Там очень много шлаковых дорог, так называемых, шлак с металлургических комбинатов рассыпался в свое время по дорогам, трамбовался, и дорога становилась таким твердым покрытием, но тем не менее без грязи. То есть этих дорог много с юга Авдеевки, вот они сейчас будут пытаться перебрасывать и технику, и живую силу, и давить уже с юга, юго-востока. Знаем мы это прекрасно, это можно было просчитать. Там мы с вами об этом, кстати, с самого начала и говорили. То есть вот эти все поползновения на окружение, это так, в никуда называется, отминусовать 10 тысяч россиян. Ну, в конце концов, мы уже говорим, если угощают, что бы не угоститься. Отминусовали, теперь будем работать по востоку, юго-востоку, юго-востоку Авдеевки с россиянами. Подождем, пока они выдохнутся, а вот потом на противоходе, в конце концов, выполним основную задачу этого региона и этого, по большому счету, оставленного специально в свое время плацдарма Авдеевского. Надо занять Ясиноватскую развилку. Там 3 километра до нее от промзоны. Ясиноватская развилка – это, ну, можно сказать, основной такой ключевой момент для деоккупации Донецко-Макеевской Ясиноватской агломерации. И, в принципе, потом работы и по Горловке, и по Енакию. То есть, я думаю, на противоходе наши командиры этот вопрос решат. Но после того, как россияне выдохнутся, то есть те несколько десятков тысяч россиян, которые есть в этом районе, их надо перемолоть достаточным количеством вооружений. Сейчас оно туда пошло. Есть информация о том, что услышали наши партнеры наши просьбы, передали достаточное количество мин, снарядов, и часть из них сейчас на Авдеевке крошит россиян. Каждый день в сутки больше 1000 россиян по всему фронту отминусовывается, а большая часть именно как раз в Авдеевке. Больше половины із этого количества в районі Авдії. Ну, до речі, і Conflict Intelligence Team – це хлопці-аналітики, які по 5-6 годин кожного дня аналізують, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Вони теж кажуть, що попри заяви окупантів про просування в промзоні біля Ясиноватої, вони кажуть, що насправді вони прийшли, зайшли в промзону, але не тримають жодної позиції. Так, танки там їздять. Наші оборонці дуже добре їх тримають на вогневому контролі. І зважаючи на погодні умови, вони кажуть, що зараз мали би уповільнитися атаки росіян, ускладнитися. І оточення Авдіївки, про що кричали і Арестовичі, і всі інші, абсолютно не відповідає дійсності. Ну, це нереально. Я говорив, Авдіївку окружити нереально. Тому що для того, щоб окружити Авдіївку, треба, ну, однозначно, треба спочатку, допустимо, выдавить наших солдат из Очеретина, Очеретинского гарнизона или из Карловского гарнизона, потому что они удерживают от окружения Авдеевку. Это когда выстраивается линия обороны, и вот эти все моменты учитываются изначально, стартово, просчитываются, то есть продумываются за врага, а что бы они делали, если бы, естественно, выстраивается общая система обороны, она именно нас удерживает. Вот именно вот такое расположение гарнизонов, укрепрайонов удерживает общую линию фронта. Один за другим держатся, причем расположены кто в глубине, кто на фронте, то есть такая в шахматном порядке расположение гарнизона. Вот здесь вот на Авдеевке это четко видно. Вот три гарнизона друг друга держат. Очеретинский и Карловский, которые чуть в глубине фронта, они удерживают фронтальный Авдеевский гарнизон. Обойти его невозможно. Ну, просто нереально, потому что придется слишком широко фронт захватывать. И опять же, не один гарнизон, а три сразу нужно, допустим, двигаться. Но самое интересное, и этого не получится, потому что даже если движение на то же Очеретино пойдет, сработает гарнизон Торецка. Или сильный, мощный гарнизон той же Константиновки, который поддерживает и Торецкий гарнизон, и Очеретинский одновременно. Константиновский гарнизон поддерживает гарнизон Дружковский, Краматорский и Часовьярский. А Часовьярский поддерживает гарнизон Бахмутский,
по высотам. И вот такая правильная, грамотная, выстроенная в свое время, так это я только первые две линии назвал, там еще третья есть, которая еще вторую поддержит. Вот так отстраивается линия обороны, которая была отстроена в свое время нашими генералами, начинает Хомчак, Наев, сам знаю об этом прекрасно, участвовал тоже. Отстроена на Донецком направлении. Вот так она должна была быть отстроена, если было бы введено военное положение в Крыму. Она бы была отстроена, такая же самая линия обороны, она была бы отстроена на Чангарском и Перекопском переходе. То есть, а если бы еще правильно ввести было бы военное положение, в том числе в приграничных областях, она бы была отстроена по всей госгранице с Россией, с частью Белоруссии, у нас бы не было той беды. Почему я всегда говорю, что кто виновен в том, что на нас напали? А те, кто не ввел военное положение по границам и на оккупированных территориях. Как минимум в Крыму, на Донбассе можно было его вводить, не боясь ничего и никого. Но это вопросы к следователям, я думаю, у следователей будут вопросы к людям, которые ответственны были за введение военного положения на оккупированных территориях. Пане Романе, і також є повідомлення від Пентагону. Ми знаємо, що виникали проблеми з допомогою Україні. От зараз спікер Палати представників Майк Джонсон каже, що до свят, тобто до Різдва в Штатах, в грудні, допомога Україні буде проголосована. Але Пентагон і Міністерство оборони Сполучених Штатів каже наступне, що насправді війна в Україні мобілізувала промисловість Сполучених Штатів, і вони наводять цифри, що вони там десятки мільярдів доларів виділили на, в тому числі, виготовлення 155-го калібру, ремонту техніки, заміни техніки, яку передали в Україну. І що головне, що загалом Міноборони замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах. Ну, фактично, всі Сполучені Штати почали працювати на військову промисловість. Всегда война, если вы не воюете, а производите вооружение, она поднимала экономику той страны, которая делится этим вооружением. Почему? Потому что внутреннее финансирование, так называемое. Те десятки миллиардов долларов, которые говорят, что нас поддерживают, они в конце концов поддерживают свою экономику. Это мы с вами тоже неоднократно говорили. Когда говорят, что нам выделили 44 миллиарда, так это мы не получили 44 миллиарда, мы получили продукцию на 44 миллиарда. 44 миллиарда осталось в той стране, которая нам их выделяла, причем она запустила экономику, и там до десятка колен смежных производств провернулась эта вся система, то есть они сами себя вложили, потому для них это тоже выгодно, надо просто понимать, что в те страны, которые нам помогают, они в первую очередь помогают себе, своей экономике, поднимают свое благосостояние. А мы, естественно, мы-то двумя руками за, чтобы наши партнеры были сильнее, потому вместе, как это кажут у нас на Украине, гуртом и батька легче быть. То есть, по большому счету, вместе можно завалить эту ось зла: Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Так оно и происходит. Все эти вливания в свои экономики дают определенный толчок. И бюджетным поступлением, то есть получается мультипликация так называемая в бюджетных налоговых поступлений. Плюс, естественно, сама по себе, особенно военная промышленность, она дает еще толчок инженерно-техническим некоторым новациям, модернизациям, ну и так далее и тому подобное. То есть они ржавчину со своего аппарата сносят этим. Почему, допустим, та же Европа вот нам не дает, вот нам вроде не дали миллион снарядов. Почему не дали? Потому что в свое время Франция подняла вопрос о том, чтобы не закупать, то есть деньги выделены на этот миллион снарядов. Но подняли вопрос, чтобы не закупать на стороне вне Евросоюза, а все деньги вложить в Евросоюз. И потому сейчас это весь этот евросоюзовская уже экономика, она также сносит с себя эту ржавчину, эту пыль, которая покрыла в свое время Меркель всю военную машину Европы. И сейчас она проворачивается. То есть но тут же мы слышим голоса наших партнеров, наших добрых друзей, страны Балтии, поднимают вопрос о том, чтобы, ну раз не успеваем, то есть не получилось произвести, то деньги перенаправить на закупку вне Евросоюза. Но это тоже решение вопроса, то есть по большому счету
раз не получилось провернуться или поздно хватились. И американцы в этом смысле сразу сообразили, то есть допускали свои внутренние механизмы. А европейцы чуть подождали, протупили, я бы так сказал. А сейчас просто не успевают. Ну, посмотрим. Я думаю, если это возникнет вопрос о выходе денег за кордоны Евросоюза, то машина эта военная быстрее провернется, и мы получим свой миллион. Пане Романе, ну і відомо, що сьогодні, верніше, вночі 29 на 30 листопада помер колишній держсекретар і дуже важлива в політичному плані особа Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер. Нагадаю лише нашим глядачам, що в травні минулого року він заявляв про те, що Україна повинна віддати частину своїх територій Росії, аби досягнути миру. Але згодом, після зустрічі з нашою владою, він сказав, що він помилявся, і Україна не повинна поступатися жодним клаптиком своєї землі. Дійшли, скоріше всього, до Бога мольби тих людей, которые на своей шкуре испытали эту тему реал-политик, которую последние 50 лет или толкал этот человек. И Бог его прибрал. Я думаю, там сейчас будут разбираться на небесах, сколько беды натворил и этот лично он, и та пирамида, которая под ним была, людей, которыми он руководил, по крайней мере, и потухнут сейчас все те конфликты, которые он разжег. Реал-политик – это интересная парадигма, которую заразил этот человек, заразил политику Америки. Называется, например, так: надо разжечь максимальное количество конфликтов в мире и не дать им потухнуть. В любом конфликте не должно быть победителей, то есть он должен постоянно гореть, и на этом эту политикой этой руководить, то есть Америка руководит миром вот с помощью вот таких конфликтов, как у нас, допустим, война с Россией. Помню, вот это ж перекликается. Вот надо дать ровно столько Украине, чтобы она не победила, и не дать победить России. Вот это реал-политик. И чтобы этот конфликт был навсегда, называется. Та же самая картина на Ближнем Востоке, соотношение Израиль-Арабы, та же картина и в Северной, вернее, в Корее, Северная Корея, Южная Корея, тот же вопрос между Тайванем и Китаем, не дать победить ни одной стороне и участвовать и там одновременно. Вот этот человек был основоположником этой темы реал-политик. Но, слава Богу, он его забрал. Я думаю, сейчас большинство конфликтов в этом, в 2024 году, как раз потухнут, потому что он не просто был идеологом, он был непосредственным участником всех этих процессов. Последнее время мы даже вот 100 лет Дедугану, а он гонял по всему миру, и к нему гоняли, кстати, в том числе и наши туда бегали на поклон. Я так понимаю, и он болтался между Россией, Китаем, Америкой, Ближним Востоком, ну и так далее, и тому подобное. Ну, крест поставлен, наконец-то, я же говорил, дошли до Бога молитвы миллионов людей, которые от этой реал-политик потеряли жизни, здоровье, семьи, земли и так далее, и тому подобное. Я думаю, 24-й будет таким реальним годом, который потушить, если не все конфлікти в мире. Пане Романе, дякую вам за це якісне добротне зведення. Сьогодні 30 листопада. Нагадаю нашим глядачам, це четвер. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте наше зведення. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.